mínimo que hacer! ¡Salí de Ecuador! ¡Estoy en Ecuador! ¡Ahora en Макароны нужно посолить! Макароны готовы! Берем стальную сковородку! Пересыпаем макароны на сковородку! Открываем банку тушенки! Высыпаем ее в кастрюлю. Теперь надо добавить яйца. А сейчас мы будем готовить соус. Берем майонез, выливаем его в тарелку. Теперь берем горчицу. Высыпаем горчицу в тарелку. Теперь берем перец. А теперь добавляем соль. Чуть-чуть. Чеснок. Чеснока мало. Надо все перемешать. Берем миксер. Теперь нужно порезать хлеб. Какой же ужин без хлеба? Садитесь жрать, пожалуйста!